Если вы злитесь или раздражены, помните, ничего продуктивного сделать вы не сможете. Иногда с вами случается один из тех дней, когда вы ненавидите себя. Ах, зачем я это сказал, зачем я это сделал, какой я дурак. С нами со всеми это происходит. На следующий день вы думаете, да я же отлично поработал. То есть в один день вы считаете себя гением, в другой день дебилом. Это не показатель ваших способностей, это всего лишь ваше состояние. То есть самое главное ваше качество – умение вести себя согласно обстоятельствам. Если вы родитель, самое главное ваше качество – терпение. Если вы бизнесмен, который хочет сколотить состояние на Уолл-стрит, ваше главное качество – уверенность.